Так, всем привет. Рад вас приветствовать на игровом канале Максимка. Сегодня небольшие замесы на Xbox One S. Будем бить нубов на Xbox, а нубов здесь очень много. Самые сильные игроки, как я заметил, они все на PlayStation играют. PlayStation, ПК, на Xbox одни лохи. Есть, конечно, сильные игроки, но их сложно найти. Среди этой армии нубов. Так, сейчас будем его проверять. Ага, пропустил веер. Блокирует. А наказание в 10%, это ерунда. Вот мое наказание. Ах, дробно. 27% по сравнению с вашими 10. Он только сидит, блочит и пыкается. Тычка, пычка, мычка. Все. Не, это мы будем брейкать, мы это видели, ничего интересного мы там не увидим. Точно ничего интересного нам не покажет. Так, брейк. Брейкер сделал. Ничего. Так, не надо было туда лезть. Все, первый раунд за мной. Так, это он пропустил. Ну вот сколько можно сидеть и терпеть? Залез бы с армором, ё-моё. Два раунда за мной, Китана побеждает. Так, вступаем в бой. Опять снова тот же противник. Со своим невзрачным персонажем, которым я сейчас играл. Кто у него там был? Такеда. Кнутобой. А, опять Такеда. Сирярю. Ну, посмотрим, что ты за Сирярю можешь. Я буду Диорой. Что-то мне в последнее время очень нравится играть сложно. Отменять. Давай проверим с отменой туда. Ага, пропустил. Терпим, терпи, терпи, немного осталось. Так, дробно. Так, тык-мык. Этот можно было наказать, но я перепрыгнул от меню. Куда ты лезешь? Хотел наказать, но я вовремя перепрыгнул, да? Вот так. Можно было туда залезть. Там слишком большая дыра, пока я запускал ее. Не, с такого расстояния ты не попадешь. Комба на 16%. Топчик. Так, отменим. Угу. Так. Он вспомнил про то, что у него есть армор. Терпеть ему, видимо, надоело. А ты, парень, что-то оборзел. А, ладно, раунд за ним.
Парень, мы это знаем. Так, сейчас будем. Так, отмена. Но это надо брейкать. Ох, эти напрыжки гребаные. Ах ты! Takeda wins. Так, вступаем в бой. Faction battle. Снова этот парень. Второй раз уже. Ой, третий раз уже. Ну давай. Пока счет у нас с ним 1-1. Так, ну что, будем избегать егошних этих комбинаций. Так. Не. Ах ты, захват. Ладно. Так, сейчас будет у нас камбулищка. Главное, только не брейкать. Ах ты. Ну ладно. Урон он все равно получил. Так, он не рискует туда залезть, хотя она сильно наказуемая, эта тычка в этой вариации, ты там. Ну что ж ты так оверхедики так пропускаешь? Так, 30% раунд за мной. Но ты не успел, не успеешь ты. У тебя по кадрам слишком долгий запуск там, если только Икзова, и то навряд ли. Ну вот, Икзова. Ах, пока бежал, забыл, какую комбу хотел сделать. Захватит, ну ладно, что, 12% лишними не бывает. Ну, тебе 27%. Держим на расстоянии. Офигенный персонаж Китана, между прочим. Там и Зонин есть. И плюса еще не. Вообще сильный персонаж. А, все, ты не залезешь, ты просто чепуром. Фаталити. Потому что что-то заметил, все эти гнусявки делают фаталити в конце. Теперь я буду делать все. Китана wins. Fatality. Так, вступаем в бой. Слишком долго здесь искать соперника, я минут 5 искал. И опять все то же самое. Что-то мне надоело с одними и теми же уже играть. Ладно. Главное, что есть с кем играть. Ладно, посмотрим, как ты Милинку будешь хавать. Что-то я не посмотрел, какая у него вариация там была. Round one, fight!
Так, сидит в блоке. Ну-ка. Так, это мы схавали. Ну а ты что? Нет, конечно. Так мы не будем ловиться. Слишком поздно ты среагировал, нужно было просто апперкотиком наказать. Как делают это все. Добью. Да, добью. Ну вот какая дыра там была. Можно было апперкотом залезть туда? Не, мы это видели. Ничего нового ты мне там не покажешь, это точно. Так что лучше просто брыкнуть. Так, это мы накажем. Процентов на 29. Вот так. Ну, чё стоишь-то? Чего ты там выжидаешь? Ай, с одной этой леталкой только. То есть, Мачапа он еще не знает, куда залазить, где плюса, где минуса, он еще этого не знает. Просто играет, фигню страдает и рискует сильно. Ах, как он все это пропустил, ё-моё. Ах, это мы накажем. Вкусный. Опять ты, да ты надоел уже мне. Если честно. Старый уродский персонаж. Реально самый уродский персонаж. Борайчо. Чушка такая вообще, вот реально. Пердит, блюет, фу, уродство. Это лишний персонаж в игре вообще. Насколько я считаю, Борайчо лишний персонаж в игре Mortal Kombat. Блин, какую-то фигню делает. Ни одной комбы нормальной не было вообще. Вот так. Отменили мечи в подкат. И раунд забрал. Давай, нажимай все, что можешь.
Блокирует, стоит только, терпит, терпит. А ответки-то никакой нет. Как ты это вот тут прочитал, я вот не понял. Ну куда ты? Там арморщик. Ну вот и все. Так, ну вот еще одна жертва избиения. 304 на 321 статистика. Но статистика не важнецкая. Так, анонисты. Армия анонистов наступает. Анонист! На колени. Давай, Саб-Зиро его возьму. Раунд 1. Файт! Так, ну-ка. Ах, схавал. Так, все Саб-Зиро делают. Угу. Так. Угу. Это можно было очень сильно наказать. Зачем ты перепрыгнул? Значит, не понимаю. Но хватит тыкаться, пыкаться, надоел. Угу. Так, раунд забрал. Хоть другой игрок, а то что-то одни и те же мне надоели. Угу. И подальше откинуть. Вот так. Ах, промазал. Ну, ничего. Но это было сделано правильно. Ну вот это в углу. Зачем так делать? Вот еще. Раунд за мной. Так, опять он схавал. Ну чё ты меня тычкой наказываешь-то? О, пошла комба. Ну мы ее дропнем, потому что ничего нового они мне никто не покажут. Уже не видел, чтобы кто-то изобретал новую комбинацию. Все по-старому. Оба. От этого там скал. Хорошо. Угу. Зря ты раскрылся. Как говорится, после второй промежуток небольшой. Надо было дотерпеть немного. Раунд 2. Файт! Оба! А мы командник. Так. Опс, опять командник. А, здесь, кстати, он не комбит, сколько икзовы. О! Поторопился с комбой. Ах, я тут тоже что-то. Что ты блок-то отпустил?
wins. Round one. Fight. Опять скал. Надо уже к этому привыкать. Или мало играл против Сабзир. Сейчас Сабзир начинает. С ноги. Так, этот он пропустил. Так, держим его в углу. Вышел. Вот это ты правильно сделал, это плюса. Ну не надо меня ими кормить, пожалуйста. Так, молодец. Пропустил. Плохо они матчап знают, эти Xboxеры. Вот и все. Просто классно в угол загнал и сделал с ним что хочешь. Ах, этот он Анис. Пять пропустил. Это надо брейкать. Не хочешь? Ну ладно. Бар, я смотрю, он вообще или хочет тратить, копит и берегет их. И в итоге с ними и проигрывает. Ну смотри-ка, не пропустил. Да там один удар остался, какой же может быть брейк. Да, конкретно все схавал. Можно было наказать посильнее, это лучше брейкну. О, камбушечка. 33% потерял, как с куста. Оба. Отменил захватик. Куда ты от меня побежал, мальчик? Все. А так просто раунд забрал. Командничек. Командничек. Ну чё ж ты так терпишь-то? Нет, ты чё своим захватиком решил мне? Ах, пропустил. Надо брейкать это, чувак. Вот, молодец. А то копит и копит эти бары, в итоге с ними и проигрывает. Командничек. Блок надо отпускать, ёбаню. Молодец, не рисковал. Ну зря ты же, блин, поймал, зачем ты отменил его? Слишком медлительный этот игрок. Ну смотри-ка, уже читать начинает. Вот это было сделано правильно. Вот, молодец. Блок отпустил. Мой командничек не прошел. Вот это безопасно было.
ничего, хорошо, мне понравилось. Хорошо играл, безопасно. Ах, ты какой. А чё ж не продолжит он? И опять не продолжу. Оп, пропустил команничек. Молодец. Вроде начинает меня читать. Брейкай, чувак, брейкай. Ну, ё-моё, чё ты бары-то свои так ценишь, а? И бруталочку. В итоге с этими двумя барами и помер. Раз он читает меня уже, начинает читать. Пора, значит, менять персонажа. Молодец, забрал раунд. Куда ты собрался? О, начал брейкать. Ну же, давай же, подойди ко мне. Так, а вверх Эдики кушает он у нас так за мою душу. О! А, еще и в чистую, ё-моё. Теперь пора менять персонажа. Я смотрю, начинает читать моего саба. Давай-ка, единой Саб-Зиро против Тремора. Что же сейчас будет? Так. Ну, а это мы знаем, ты что? Я ж, блин, не первый день-то играю, чтоб меня так разводить.
Угу, вышел, молодец. Ох, ты какой крутой-то. Не-е-е. Я-то, в отличие от тебя, бары-то свои потрачу, чтобы урон такой не получить. А, блин, хрен, подойдешь ты с стаминой, гребан. А сам на себя камень кинул, прикольно. Так, ну раунд мой, раунд я забрал. Ну и чё ты не продолжил? У тебя и бары были, от меня ты не умеешь, зачем ты это делаешь? И не брейк от нифига. Вот я конкретно рискую, мне не наказывают. Ну, ничего. Ох, как круто поймал. Вот и все. Triborg wins. 7-0. Round one. Fight. Так, оверхедики кушают он у нас. Он обожает оверхедики просто. Смотри, он удары снизу не ожидает, а только оверхедики. Ах, я не... Ну там уже один удар остался. Triborg wins. Round one. Fight. Но чё, тычка была. Опа, а это он съел. Надо протренить его, этого киберсаба. Потому что что-то у меня очень часто дробается все. До сих пор не понимаю, какой-то тайминг надо держать за него. Молодец, но у меня арморчик на это не действует. Это мы знаем. Fight.
Ну, почти. Ну, чё ты останавливаешься? Можно же наказать же нормально. Нет, он, блин, стоит. Брейкай давай. Куда ж ты побежал, чтобы остался возле бомбочки? Как они неожиданно, эти захваты, да? Triborg wins. Что там? 9-0. Держится, держится, пока. А верхедик стал. Это его самое любимое блюдо, верхед. Ох, как хорошо подловил. Брейкай. Не хватишь? Ну, как хочешь. О, молодец. Комба пошла. Нормально. Вот это тоже правильно. Сильно рискует. Они такие редкие, эти захватики. Хер угадаю, что он будет сейчас. Вот опять камбуля. Ну, вроде с одной камбой только дружит. Не на бруталочку. Triborg wins. Вот он избежал. Сбежал, не выдержал. 10-0. Так, вступаем в бой. Ну уже, соглашайся, давай. Фак 76. Метал фак. О, красавчик. И статистика вроде бы. Что-то вроде как бы нормально. По-любому не умеет играть за него. Так.
Ах, ты это пропустил. А, тут брейкнул. Бруталочка, моя самая любимая. Это больно. Ну, смотри-ка, еще раз согласился. Ну давай. Round one. Fight. Да, по такой огромной машине промазать сложно. Да, тот тип просто взял и сбежал. Джейсон, да ты что? Ладно, я Такеда буду, значит. Я не знаю. За Джейсона, наверное, играют одни... Ну, те, которые вообще играть не умеют просто. Такая две кнопки жать за него. Так. Ну, а такой отошел, тик-тик-пик, эту свою хреновину, которую моя бабушка даже умеет делать. Никакущая комба на 24%. Ну куда ты своим арморщиком таким поздним? И опять с армором, ну... Ты же видишь, что хп мало, это же бесполезно. Round two. Fight. Так, отменили и ловко так развело. Вся комба. Не успел, блин.
Final round, fight! Так, еще развел. Давай, свой удушающий, аж к тебе не подошел. Бар только потерял, блядь. Так. Ну ты что это все хаваешь, чувак? Так, победа за мной. Ах ты, из-под тишка. 25% комба, это топ. Смотри-ка, порвал захват. Слишком поздно ты наказывать что-то начал. И для чего ты отходишь, чтобы делать эту комбу? Прикольно. Это конец. Надо было это брейкать. Ну а ты чё захотел? С одной комбой и ту, которую дробает каждый раз. У меня хоть хп и мало, но я посопротивляюсь еще. Ах ты сзади, сучка! Джейсон wins. Свалил. Ну и ладно, на этом мы будем и заканчивать эту игру. Всем до скорых встреч, пока.